мобилизоваться, сесть, переживать, болеть. Ну, а вы должны сделать все, чтобы наши переживания были минимальными. Показать свои лучшие бои. Не думать, наверное, о победе, а в первую очередь установки тренера выполнять, приходя в угол, слушать его внимательно. Потому что, ну, принцип всегда один. Жираф большой, ему виднее. Тренеру со стороны виднее. Просто надо ему доверять, и он вас по соревновательной сетке проведет очень надежно. Поэтому друг друга надо поддерживать, командный дух показывать. Очень сложная ситуация сейчас по отношению к России. И вы, собственно говоря, являетесь, поедете и будете являться лицом нашей Родины. И мне бы хотелось, чтобы вы были сплоченные, какие-то мелкие неурядицы оставляете здесь. Мы их потом вычистим, вымоем, и вернувшись, вы их не найдете. Надо, чтобы вы были дружными, веселыми, чтобы, в общем-то, открытыми для общения, может быть, с кем-то подружились из других стран, потому что впереди вас долгая жизнь ждет. Не все заключается в первом месте, но нам бы было очень приятно, чтобы этих первых мест было побольше. Поэтому от имени Умара Назаровича Кремлева, руководителя Федерации бокса России, я бы хотела пожелать вам, чтобы вы этот турнир прошли без травм, ну, турнир, наверное, Европу сложно назвать, но тем не менее. Чтобы самое главное были живы, здоровы, никаких травм, неприятностей не было. Показали свой лучший бокс, чтобы от боя к бою вы прибавляли, ну и, собственно, сами собой были довольны. Так что самый стройный критик – это вы внутри себя. Ну, понятно, что ваш личный тренер – это понятно. Ну, девчонки, что я хочу сказать. Вы все такие красивые, у вас при всех умненькие. Печатью интеллекта отмечено, поэтому покажите умный бокс, покажите, что вы имеете мысль, обманите где надо. Ну, собственно говоря, я очень хочу, чтобы каждая из вас победила, и чтобы ощущение, когда стоишь на пьедестале, чтобы у каждой из вас это было. Когда я была маленькая, плакала Ирина Рогина на пьедестале, но я когда я туда залезла, никогда плакать не буду. Очень сложно удержать слезы. Мне невозможно, но сложно. Я хочу, чтобы вас это чувствовало.